Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Или нет, не так. Чем ниже прибыль, тем выше небоскребы. Вот, вот это подходит под ситуацию как никогда лучше. Это «Вести без Киселева», наш совместный проект от каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. На этой неделе стало известно, что «Газпром», потерпевший рекордный убыток в 700 миллиардов рублей, начнет строительство 703-метровой башни в Санкт-Петербурге. Символично, не правда ли, когда каждый метр башни равняется 1 миллиарду убытка «Газпрома». Небоскреб будет представлять собой спиральную башню, что, по мнению заказчика, символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга. Может, я, конечно, чего-то не знаю, но единственную связь башни и Петербурга я усматриваю только в цифре 703. И то не до конца. Поговаривают, что изначально небоскреб должен был проткнуть небо где-то в районе 1 километра 703 метров. Это год основания города. Но что-то пошло не так. Догадываетесь, что? Да просто генеральному подрядчику денег досталось только на 703 метра. Отсюда и отпавший ввысь километр. Сколько это в деньгах, даже страшно сказать. Но главное не в этом, друзья. Главное, сколько бы ни было потрачено на этот новомодный жилоимитатор, деньги-то наши с вами. И взяты они из газа и из нефти. У людей, которым газ до сих пор не провели. Потому что денег нет, зато башня будет вторая. А первая, кстати, говорят, что она до сих пор не готова, потому что кто-то нечистый на руку откусил там несколько миллиардов на субподрядах по внутренней отделке. Поэтому стоит ли надеяться на дострой нового колл-центра, в смысле лахта-центра, похожего на очередной колл с резьбой? Даже не знаю. Но думаю, что затевается это с одной целью – смотреть на пустеющую от недр Россию с высоты птичьего полета не так больно. Цензурный мат в студию. Дискриминация по ковидному признаку. Мэр Москвы Собянин предложил новый способ борьбы с антипрививочниками. На встрече с предпринимателями он посоветовал практиковать в ресторанах сегрегацию. Попросту говоря, разделить людей на вакцинированных и невакцинированных. Внимание, цитата, делайте свободную зону от ковид у себя в ресторанах, где люди с прививками находятся. Конец цитаты. А вы гений, гражданин Собянин. Сами додумались? Или подсказал кто? А туалет и курилки и вход в само заведение как разделите? 8 вход в 9 выход? Или есть предложение погениальней? А официант и обслуживающий персонал тоже будет поделен по ковидному признаку? А то ведь не дай бог. Я прямо сейчас представляю эту картину. Привитых гостей обслуживает исключительно привитый официант, рассчитывает исключительно привитый кассир и провожает исключительно привитый охранник. Это ж прям рай какой-то, оказаться в кругу себе подобных. Или это общество, так сказать. В скором времени ждем отдельные вагоны в метро, отдельные очереди на кассу, отдельные туалеты и отдельные сферы занятости. Вот только непонятно одно. А зачем? Привитые типа не болеют, непривитые так и так на свой страх и риск живут. Какую проблему решаем, господа? Я понимаю вашу тягу к зонам, то зона досмотра, то зона бесковидного пространства. Но когда вы уже что-то полезное делать начнете, например, зону для коррупционеров и казнокрадов, ее можно даже плиткой замостить и даже менять ее каждые 3 месяца, а вот колючую проволоку вокруг можно, пожалуй, и оставить. Поиметь Тиндер и свалить в Лондон. На этой неделе отличился еще один будущий единорос. Когда 25-летнему Виталию Лебедеву сказали про предварительное голосование, будущий политик, долго не думая, зашел на любимый свой сайт и зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты. Ну, площадку перепутал, ну с кем не бывает. В своей анкете Виталий честно указал, что собирается представлять партию «Единая Россия», а основными моментами его программы является снижение налогов и переход к накопительной пенсии. В
Серьезно, надеюсь, что Виталий понимает смысл этих слов и, главное, видит между ними разницу. Кстати, сам ньюсмейкер ничего постыдного в своем поступке не видит и место сбора любителей бесплатного секса считает идеальным для продвижения своих идей о пенсионной реформе. Ну да, ну да. А по-моему, люди в 20-30 лет не та целевая аудитория. Вам бы, Виталий, в одноклассники. Будущие пенсионеры-то там. Но в силу своего возраста вы вряд ли знаете, что это такое. Зато, может, любовь свою найдете. Но справедливости ради замечу, что политическим инструментом Тиндер в этом году становится уже повторно. Впервые в политику сеть втянули сторонники Алексея Навального. В конце января они начали знакомство с целью привлечь горожан к участию в митингах. «Вместе погреемся в автозаке», писала пользовательница сети. Если так пойдет и дальше, то одна социальная сеть сможет заменить собой и Headhunter, и Pornhub. Кстати, просмотр последнего теперь можно официально отмолить в Telegram. Как сообщает издание «Подъем», там по просьбам трудящихся завели специальный бот, предлагающий подборку молитв для искупления просмотра прелюбодеяния. Тексты для нуждающихся собрал настоятель Красноярского храма Константин Мальцев, так что там все серьезно, можно смело доверять. Правда, повторять молитву придется ровно столько же времени, сколько было потрачено на искушение. Так что в следующий раз, взяв все в свои руки, подумайте дважды, а стоит ли оно того? Ну и последнее на сегодня. Свобода Навальному в скором времени может только сниться. Во вторник следователи возбудили против политика третье уголовное дело. Оказывается, во время процесса о клевете на ветерана Навальный успел еще и оскорбить судью. Правда, каким образом, пока непонятно. Помимо этого, следователи упомянули еще и хищение пожертвований ФБК. Он внесен Минюстом в список иностранных агентов и создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Видимо, фраза «я не хотел вас оскорблять» уже подразумевает статью. Ну, чисто из этимологии слова. Короче говоря, судью Веру Акимову это оскорбило. Странно опасное время живем, господа. Вокруг только тонко ранимые души и желающие продаться личности. И ни слова о тех, кого бы привлечь за реально содеянное. Например, экс-депутату Думы Денису Волчику дали всего 3 года. И это по статье за особо крупное мошенничество, где максимум это 10 лет лишения свободы. Но зачем закапывать своих, когда есть чужие? А я напомню, Волчек вместе с подельником Плиевым за 8 миллионов рублей пообещали порешать вопрос с хищением денег в сумме 500 миллионов рублей из банка «Ренессанс». И все бы ничего, но решалы при передаче взятки оказались арестованы, а позже и посажены на 3 года в колонию общего режима. Они же депутаты, что с них возьмешь? Вот как-то так, друзья. А я напоминаю, что второй выпуск новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, узнаете, кто замахнулся на Google, почему Конституция теперь выдается бесплатно, чем чреват поступок Лукашенко и каким местом Юля Волкова собирается помогать своим избирателям. Будет интересно. Всех люблю. Пока-пока.